Гуманитарную помощь жителям Щецкого района Карагандинской области, которые пострадали от паводков, собрали члены Ассамблеи народа Казахстана. Вместе с автокараваном туда отправятся 20 волонтеров. Добровольцы распределят груз и помогут сельчанам устранять последствия наводнения. Напомню, в Щецком районе введен режим ЧС местного значения. В 4 селах подтопило более 40 домов. Сельчане потеряли свыше 150 голов скота. Сегодня в Карагандинскую область мы направили продукты питания, направили одежду, средства личной гигиены. Вместе с этим были направлены галоши, были направлены матрасы для того, чтобы сейчас предоставить все это и эвакуированным жителям, и сотрудникам ЧС, которые сейчас проводят противопаводковые мероприятия.